Я говорю атеистам: а вы знаете, то, о чем стали говорить примерно 40 лет назад, и то, что вы называете большим взрывом, уже упомянуто в книге, которую читаю я, в священном Коране. Это было упомянуто 1400 лет назад, в 21-й суре Аль-Анбия, в 30-м аяте, в котором говорится: «Разве не видят неверующие? Небеса и земля были единым целым, и мы разделили их на части». То, что вы называете «большой взрыв». Я представляю, как сжимаю пружину. Я давлю на нее. Ее витки все ближе и ближе друг к другу. Она все уменьшается и уменьшается. Тем самым я сохраняю огромное количество энергии в этой пружине. И когда я отпущу, она просто взорвется. Процесс создания Вселенной, о котором ты узнал 40 лет назад, был упомянут в книге, в священном Коране, уже 1400 лет назад. Кто мог это упомянуть?